именно благодаря этим людям жители Химок начинают объединяться, начинают жить общими интересами, начинают понимать, что такое жить большой дружной семьей под названием городской округ Химки. Главное, что мы в этом году набрались ума, терпения, навыков, знаний и приобрели тот авторитет, который нам даст возможность в следующем году уже работать более слаженно, более эффективно, более целеустремленно.